Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это вор золотое издание. Итак, мы с вами закончили на том, что пробрались, короче, в храме Хамерит. Ух ты, завалило чувака. Пробрались в храме Хамеритов, короче, вниз, секретную какую-то проход секретный. Вот, здесь куча, короче, не знаю, как назвать людей или монстров, трикстеров. Вот они напали на этих хамеритов. Вот, в комментах вы написали предположение, почему они напали на хамеритов. Вы написали, что... Как? Стрела. Стрела. Вы написали, что... Возможно, хамериты... Там был спуск вниз еще. Возможно, что хамериты это... Ух ты, ух ты, ух ты! Заядлые, короче, враги Трикстера, поэтому в первую очередь решил, видимо, избавиться от них. На. Так, этот не пуляется. Блях в огонь! Поджег себе жопу. Жопку себе поджег. Так, вот, Трикстер решил, короче, избавиться от своих врагов, и поэтому в первую очередь он пошел, короче, в храм Хамеритов, чтобы... Блёха! Чем он там? Ух ты! Ублюдок, а! Ехал у меня хп-то. Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо-тихо-тихо, погоди-ка! А как? А чё? Я это... Я того, это... Паутине, он меня паутиной, короче, замотал. Ага. Вот. Падла. Он сначала паутиной стреляет, а потом стреляет, короче, какой-то... Потом стреляет какой-то вот этой хрень. Окей. Сейчас я его замочу. Замочу. Там еще это, внизу обезьяна бегает. Тихо, погоди. Я сбил ему паутину. Я сбил своей стрелой пауку паутину. Ах ты, падла, подкрался, смотри. Вот эти довольно живучие пауки. Тихо, 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 куда побежал, дружище? Падла. О, падла. Ну и где ты? Убежал туда вниз, короче. Вон там обезьяна. Я накажу тебя, несчастный. Сюда. Я накажу тебя, несчастный, свалил, короче. Засал. Окей, так. Вот здесь что у нас? Что у нас здесь? У нас здесь молот мертвый. Это что? Резец? Что за резец? Как здесь резец взял? Окей. Так, а здесь я был, да? Здесь завалено здесь, ага. Окей, а получается вниз надо спускаться. Получается вниз. Там что у нас? Там сейчас паук туда убежал. И макака там бегает, это обезьяна. Сейчас мы всех замочим. Дверь какая-то. Не то, я тут не делаю. Получил в лобешник. Так, погоди, здесь, короче. Ёпти мать, ты посмотри, что там творится внизу. И лягушки, и эти всякие... Понятно, да? Так. Что, они сюда поднимутся, нет? У них есть проход сюда? Да, смотри, лезет. Ну давай, иди сюда. Защитите меня, на помощь! Такие... Ох ты, подло! Ох ты, какой! Такие они забавные все. Давай, иди сюда.
Ага, вот тебе еще лобишник. А погоди, это та, которую в первую очередь я убил, да? Так, сейчас бежит подмога. Я не успею, наверное, открыть. Поэтому, бляха, паук, смотри, 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 такой ползет. Оп. Готов. На те. Будь ты проклят. Погоди, погоди, погоди. Ай-яй-яй-яй, я так... Я так и знал, что я упаду. Я так и знал, что я упаду. Блюдки, ладно. Бляха! Путих. Мух тут нахерачили. Так. Отвлекающий маневр. Куда иди? Да падла! Что ж вы такие стали? Так, надо выпить. Стали какие-то, бляха, эти. Че, еще кто-нибудь ползет, нет? Окей, давай-ка я сейчас это попробую открыть. Успею, не успею. Пока он там вынюхивает. А-а-а! А эту дверь не открыть. Понятно. Значит, нам надо вниз. Так, и здесь что? Это что такое лежит? А, это доски. Надо вот здесь в обход. Потому что там мухи. Леха, смотри, стреляется. Тихо, погоди, я сейчас... А если попробую... Пауков... Собаки, а? Убежали. Тихо, тихо, тихо. Я от страха аж этот... Стрелу выпустил. Леха. Как бы он... Ударить так, чтобы контратака меня не это... Не загасил. Так, окей, хорошо. Опа, паучара. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Попаду я отсюда. Падла. Ушел. Там еще кто-то. Что все движется, все шевелится. Так, ладно, ладно, ладно. Спускаемся вниз, короче. Попробуем загасить так. Леха! Вот только начинаешь целиться, он сразу тебя начинает видеть. Как? Тихо, погоди. Вот отсюда. Да вот тут, вот, смотри. Готов. Хорошо. Да, бляха, еще один. Ну этот хоть не пуляется. Я вообще-то тут. Куда побежал? Падла. Свалил такой. Бляха, я что-то стрелы так просто так выпускаю. Да и пройти! Это что такое? А это что такое? Извините. Так, что это такое? Что это такое? Маховая стрела. Как-то непонятное местечко. Для чего оно? ХЗ. Здесь вообще огонь. Огонь. Так, что-нибудь лежит, нет? Есть еще стрелы? А вот это что, кнопки, нет? Может попробовать? Нет. Только стрелу истратил. Ладно. Так, откуда я пришел? Отсюда я спустился. Идем сюда. Главное вниз не упасть. Так, тихо, погоди. Опять. Падла. На. Бляха ходов, ёпти мать, настроили тут. Так, а, здесь тупики. Здесь тупики. Там вообще вода какая-то, так, стрела, хорошо.
Бляха! Напугал-то, ёпти мать, нихера себе рыгнул! Лягушка, мать твою! Да нихера ты рыгаешь-то! Что ты громко-то? Чё так громко-то? На кусок. Так, ладно, а здесь чё? Ёпти мать. Колодец в воде с... Колодец с водой в воде. Да это вообще как понимать? Ага, ага. Так, надо что-то ей, короче, не знаю, такое. Яха. Вот. Яха, еще лягушкой ты, падла. А, он лягушку зафигачил. Еще одна. Тихо, 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 тихо. Быстро, 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 быстро. Падла. Цка-цка-цка-цка-цка-цка-цка. Да сколько... В смысле? Да стойте на месте, ты бляха. Распрыгались. Падла. Да в смысле? Тихо. Хамерит живой. Я думаю, кто балаболит-то? Это... Мирита там разговаривает. Yeah! Чё-то какая-то дичь. Чё-то какая-то дичь. Так, погоди. Надо сделать следующее. Погоди, у меня есть огненные стрелы. На нахер. Глотай. Леха-лягушка ко мне подходит. На! Что за дичь? Погоди, я ее убил, что ли? Да хер. Хорошо. Так. В смысле прекрати эти игры, выходи? Я к вам вообще помочь там пришел к вам. Леха, прикинь, живая. А чем еще можно? Давай вот этим обычной стрелой попробую добить. Высунись! Собаки. Ехерит. Да сдохнешь ты, нет? Что-то происходит, происходит что-то странное. Такая... Сделала Себаста. Так, окей, здесь что у нас? Здесь у нас газовые стрелы. У меня три газовые стрелы. Где-то ходит, погоди. Охренеть. А там еще спуск был вниз. Смотри, камериты. Я вам помочь. Ты великий вор. Нет времени объяснять. Нашего великого настоятеля взяли в заложники люди Трикстера. Если мы не вернем его живым, все будет кончено. Также наши враги украли у нас резец Создателя. Его нужно вернуть. Резец-то... их навыков прятаться и красть. А враги наши его наверняка убьют, если мы нападем на них в открытую. Возьми эту карту и ключ и иди. Пусть Создатель решает свой бой. Помоги мне. Народ. Я хотел тебе резец отдать. Охренеть. Так, ключ. Это что такое? Папирус. А карта. Осадное окно. И как по этой карте-то работать? Я что там за... Ёпти мать. Найти пересвященника болтов, верни пересвященника осажденным.
Верни первосвященника осажденным молотом. Верни хамерин этот резид строителей, раз он для них так важен. Не убивай никого из молотов. Уничтожь всех мухоловок. Что за мухоловки? Это которые вот этими мухами пуляются. Я думал, это богомолы, а это мухоловки. Бляха, вот этих всех надо убить. Ёпти мать. И они там мочутся. Так, а где тут спуск был? Так, я отсюда, по-моему, пришел. Да, а вот здесь, по-моему, спуск, да? Или нет? А, наоборот, я отсюда пришел. Погоди, здесь мухоловка. Сюда иди, мне тебя надо убить. Мне тебя надо убить, сюда иди. Падла. Падла! Так, сейчас я тебя попробую. А ключ от той двери? Да собака, ты смотри, куда убежала. Леха. А чё? В смысле? У меня кончились эти... А, нет. Мне в любом случае ее надо догнать, короче, и уничтожить. Где? На! Как свинья! Чё такая громкая эта падла? Так, окей, здесь дверь, вот. Ключ, собственно, от нее получается, но там какой-то был еще проход, погоди. Я что-то... Или нет? Или не было никакого прохода? Погоди, я вот отсюда спустился. Вот так вот здесь прошел, так вот шел. Так, вот здесь тупик. Да, здесь тупик. Вот здесь что? Вот здесь вот спуск. Спуск это получается вот туда осажденное окно. О, не. Вот, собственно, да, это. Посмотреть. О, мертвый хамерит. А это, наверное, с другой стороны посмотреть на них можно было бы. Там поубивали, походу, всех. Как эти твари туда попали, если дверь, короче, закрыта? Так, ладно. Где там выход? Ладно, идем, короче, к двери. Но резец у нас уже есть, поэтому его искать, в принципе, не надо. Мы его нашли. И вот стоит только отдать. Нам нужно найти, короче, первосвященника и выкрасть его из заложников. Ключ. Черепок. Черепок с мухами. Так, это что? Так ровненько. Сложно. Так, а что за окно? Еще какое-то окно. Так, бляха, вот этих мухоловок убивать. Ай. Смотри, смотри. Держи. Так, я ее убил, походу, поэтому она так завизжала. Ах ты, падла! Ой-о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 й
нахер дубинки, здесь с мечом-то не справится, он мне дубинку, короче. Так, готово. Опа! Сюда, сюда, сюда. На помощь! Падла. Падла, хорошо. Вот этот мешает. Там пауки. Это паук хрюкает. Падла. Падла. Так, 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 так. С этим вот пауком лучше не стоять на месте. Он что творит? Он что творит-то? Тихо, тихо, тихо. Опа. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как? Ай-яй-яй-яй. Последняя стрела. А
Ай, не добил, ай, не добил. Последняя стрела, короче, и все. Так, где ты? Блях, вот эти трупы, они мешают. Так, гнездо готово. Ой. Ну-ка, 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 сюда иди. Че за крики там, блях? Опа! Ну здорово. Ай-яй-яй, промазал. Нифига я ему так, че, я ему с колена, что ли, шлюпну? Хотя мухи жрут. Так, а куда мне идти-то вообще? Вправо, влево. Ходов, бляха. Очуметь. Прикинь, просто мухи съели. Просто мухи съели. До костей. А, это я, получается. Ага, еще и вниз, нифига себе. Бляха ходов. Короче, забудемся здесь. Ну, я вот так сейчас по периметру пройдусь. Похоже, это неплохой путь для бегства. А, да? Че он сдох? Я ж по нему не попал. Так, это для бегства. Запомни. Запомни. Путь для бегства. Так, а здесь что? Блин, а я спустился вниз. Я там еще не все смотрел. А тут еще спустился вниз, короче. Я, короче, наверх, потому что там наверху надо еще что-то посмотреть. Все. Так, а погоди, я... А, так, надо идти. Там я был. Ну, не везде, но... Бляха! Здесь закоулки, поворот, еще туалет. Нифига себе. Бляха, пока до туалета идешь, обосраться можно. А че, это женский туалет? Кстати, я женщин здесь не видел. Еще туалет. Жесть. Еще туалет, да? Ганя там настроили за серии. Так, ладно. Окей, а идем здесь сейчас пройдемся, посмотрим. Лихо, я думал, хлеб лежит. А это у нас черепа. Что, тоже туалет? А, нет. А ну-ка, погоди, здесь, собственно, наверное, все. Здесь больше ничего такого. Глава зомби. Прикинь, эти твари, они даже зомбарей зафигачили. Короче, всех. Просто фигачат всех. Так, чё, я отсюда пришел. Окей, ладно. Давайте спускаться вниз, потому что я здесь вроде как бы... Поэтому начало пришел. Вроде как бы... Здесь ничего нет. Надо вниз идти. Где спуск-то, бляха? Это толчок. Ну, в принципе, можно через толчок спуститься. Так, вот этот хороший выход по выход этот. Леха. Тихо. Я надеюсь, они не будут, короче, убивать этого пересвященника после того, как они меня, короче, это увидели. Жесткая бойня, просто жесткая бойня. А Гаррет-то, смотри, а Гаррет-то в принципе не промах. Вор вором, бляха, смотри, сколько их. Вор вором, а смотри, фехтуется. Как вообще не... От настоящих фехтовальщик. Отлично. Просто порубал всех. Там красное пятно, похоже, это этот. Первосвященник.
Ты живой? Или священник? А, послушник. Или что, первосвященник? Послушник. Первосвященник. Так, ладно, пока лежи здесь, и я пока здесь сейчас осмотрюсь, мне надо найти место, куда тебя нести. Я не думаю же, что туда к выходу надо нести. К выходу это мне надо убежать. Ох ты, ни хрена себе, шибанул так. Так. Ходи, первосвященник, это я еще не нашел. Или нашел? Нет, не нашел. А, еще нет, не нашел, типа. Ладно, окей, давай-ка поищем сейчас. Здесь нету этого. Поищем, короче, куда вести его. А вон дверь. Сюда. Ах, ты живой. Сейчас будешь мертвый. Ах, ты зрячий. Сейчас будешь слепой. Так, ладно. Вот этих вот... Вот этих вот надо убивать. А, короче, я... Бляха, ты что так пугаешь-то? Я ее сейчас, короче, знаешь, что сделаю? Хотя у меня есть газовая стрела, я сейчас... Бляха, это маховая! Где газовая-то стрела у меня? Вот так. Просто ее загасить. Хитрожопый. Сдохла или нет? Она сдохла? Я думаю, хватит. Так, окей. А, это что? Бляха! Это моя... моя, ёпти. Так, вот это... Что это такое? Я думал, сначала капкан. Так, а муха меня съест? Вот. Бляха, еще смотри. Еще ходят. А где дверь-то была? Бляха! За столба не видно было. Падла. Бей! Сюда, здесь человечья тролль. Хорошо. Так, а где дверь-то я видел? Так, здесь первый священник, хорошо. Оттуда я спустился, да, получается? Здесь что? Или я отсюда спустился, погоди-ка. Что-то я заблудился. А, отсюда я спустился. А, нет, погоди. Нет, я не отсюда спустился. Там, где я спускался, там был этот... Выход. Правильно же, правильно. Вот дверь. Так, ключ, наверное, подойдет, да? Угу. Сейчас проверю, короче, потом за первосвященником сгоняю. Ну, скорее всего, сюда. Потому что дверь закрыта. Скорее всего, сюда. Но у вас мертвые. Но у вас мертвые. Народ. Бляха, мертвые все. Есть тут живой-то? Я там это, первосвященника, разберитесь. Понятно. Так, ну ладно, я нашел вот это место, куда мне нужно первосвященника. В принципе, это можно убрать. Пойдем за первосвященником, сейчас посмотрим. Может, там кто-то живой, может, выглянет там кто-нибудь сейчас. Да уйди ты, бляха! Труп трупом мешается все-таки. Все равно эти палки в колеса ставят. Так, где там? Первосвященник, хорошо. Идем сюда. Так, найти, нашел.
Я надеюсь, туда. Еще резец надо отдать. Так, где дверь? Ёптя мать, не здесь. Здесь мухи. Там был спокойный проход такой, без мух, без всяких мух. О, ёпти, еще живой, смотри. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка. Ладно, такая. Стоит, глядите на нее, стоит. Эй, первосвященник. Он сумир. Так, вот этот, я не знаю, вот этот дохло, я ее убил. Что, еще раз ее поколоть? А, ну смотри, в принципе, уже все. Мне главное по первосвященнику не попасть. Где дверь? Где? А, о, ёпти мать. Надеюсь, я все правильно делаю. Я принес вам первосвященника. Верните хамерит. Фу, блин. Верните первосвященника осажденному. Верните хамеритам от резец строителя, раз он для них так важен. Уничтожить всех мухоловок. Я не уничтожил всех мухоловок, что ли? Как так? А есть тут живой-то пляха? В смысле, я что, не убил еще всех мухоловок? А где еще тогда? Где еще эти мухоловки? Эй, мухоловка. Я сейчас вот так пробегусь, короче, не знаю. Здесь, не здесь мухоловки. Так, гляди. Вот это вот, скорее всего. А, нет. Или да. Здесь, что ли, где-то, может? Это выход. Я даже чавканье не слышу про этих мухоловок, я не знаю. ХП, правда, вообще капец. Так, может, вот это вот? Ты дохлая, живая мухоловка, нет? Она дохлая. Странно. Здесь где-то что ли? Я ни шагов, никого, ничего не слышу. Погоди, там еще какой-то спуск был. Ой, подъем. Может, там где-то есть. Че, короче, туда схожу. Если нет, то. Ну, смотри, вот здесь. Если нет, то. Попробую выйти. Что вроде как бы всех убил, да? Так, погоди, это вот здесь подъем. И вот здесь еще, да? А, ну это как раз вот. Или где-то там. Погоди, ну меня, наверное. Я же не всех мухоловок убил, меня, наверное, не это, не выпустят. Фиг его знает. А это я вернулся.
чё за дичь? Погоди, я и резец не вернул. Странно, очень все странно. Короче, нашел я. Я, оказывается, короче, получается, не всех вот этих мухоловок, короче, убил. Вот. Вот здесь вот мухоловка, которую я оглушил, походу. Вот, мне пришлось в самое начало, прикинь. Просто в самое начало, короче, вообще подняться, прийти в самое начало игры. Вот. Вот. Вот она лежит, бляха. Вот эта падла лежит. Дохни. Все. Вот теперь уничтожить все мухоловки выполнено. Все, отлично. Теперь нужно возвращаться обратно. Жесть какая-то просто. Я бегал, все, я заманался тут бегать. Я заманался тут бегать. Почему сразу нельзя было, короче, сказать, что их нужно убивать? Я-то вначале-то не знал, что нужно убивать их. Вначале-то я, видишь, я оглушил там кого-то где-то. Теперь, теперь приходится страдать. А теперь приходится страдать, бегать, короче. Так, я пока искал, короче, я забыл, где вообще находится этот выход-то вообще. Так, 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 в дверь. Так, где-то здесь еще у нас будет спуск. Просто заманался бегать здесь. Я уже каждый уголок здесь вычислил. Все отлично. Говорит, это похоже на выход. Еще раз проплывемся, но я не знаю. Но он сказал, что это похоже на выход. На побег. Мне только осталось вот. А, резец еще вернуть. В смысле? Я же вернул. Не, ну как бы, мне тогда засчиталось, что я вернул, но он у меня остался. Потому что некому там давать, там все мертвые. Может, сейчас там пожили. Ну вот этот чел как лежал, так и лежит. Ну, вроде все, смотри. Я не знаю. Да, да. Да, муторный, конечно, конец такой. Вот прям вот застал, короче, побегать что-то там. Вот. Ну и мы все-таки с этим справились. Статистика. Так, окей, мы час блуждали здесь. Найдено добычи 0, прикинь, 0 из 100. Прикинь, здесь что-то было на 100 монет, а мы так и не нашли. Ну ладно. Так, скрыто замков 7, короче. Ага, ага, найдено, ага. Ну это ладно. Окей, друзья, окей, на этом давайте закончим, вот, продолжим следующую, ну, уже в следующей серии, да, продолжим. Собственно, я предполагаю, что, как вы говорили, то, что осталось там нам 2-3 миссии, да, собственно, следующее либо финал, либо предфинал будет. Ну, это посмотрим, вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. Делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.